энергии, то есть эксплуатация реакторов Чернобыльской АЭС продолжалась вплоть до 15 декабря 2000 года. Это момент остановки последнего, можно сказать, установки третьего энергоблока. Вот, и с тех пор, как началось плановое сокращение персонала ЧАЭС, она уже полностью поменяла статус, то есть утратила статус энерговоротогенерирующая компания, приобрела статус уже совершенно иной. Вот, на сегодняшний день на Чернобыльской АЭС работает порядка 3500 человек, и чем они занимаются, это сам вывод из эксплуатации данного объекта. То есть люди до сих пор работают и постоянно проживают в городе Славутич. То есть в 87 году в качестве компенсации утраченного города Припять был основан новый населенный пункт в районе железнодорожной станции Нерафа, это на восток от железной дороги, 55 километров, был основан новый спальный город Чернобыльской АЭС, который впоследствии был назван город Славутич, где по сей день живут и приезжают, доставляются на работу оттуда персонал Чернобыльской атомной электростанции. На сегодняшний день их уже осталось порядка где-то 3500 человек. Также в зоне отчуждения основан ряд предприятий, компаний, которые занимаются именно проблематикой самой зоны отчуждения. То есть основная цель